стрельбище для стрельбы из лука, площадка для исторического фехтования, артиллерийские орудия, крепостная стена и башни с гордо развивающимися флагами. Стрелецкий городок появился во дворе клуба здоровья. У жителей города теперь есть уникальная возможность окунуться в историю и проникнуться неповторимой атмосферой тех лет. Таких площадок в нашем регионе всего две. В нашем городе она появилась благодаря активности горожан. За проект «Армира» проголосовало почти 800 саровчан. Это результат проекта «Вам решать» нашего замечательного губернатора Глеба Никитина, который этот самый проект запускает ежегодно. Ну и благодаря этому многие инициативы наших сограждан очень так даже хорошо реализуются. Ну вот, в этом году мы на этот проект тоже заявились. Ну и вот результат. Уроки живой истории в Армире станут намного интерактивнее. На площадке исторической реконструкции будут проводить мастер-классы по традиционным ремеслам, занятия по обращению с макетами исторического холодного оружия, фехтование и стрельбу из лука, потешные сражения различных эпох, квесты, турниры и праздники для жителей микрорайона. Ближайшее грандиозное мероприятие пройдет здесь в ноябре. Это проект Петра Большакова про создание центра живой истории у нас здесь, на нашей территории. Здесь будет большая программа, будет реконструкция сражения 17 века, будет турнир по фехтованию, по стрельбе из лука, будут учения, так сказать, интерактивные для детей, там, по школе мушкетера, что называется, то есть прием обращения с пикой, с мушкетом, с бердашом, строевая подготовка. Площадка сезонная, и на зиму ее будут закрывать. Еще один масштабный фестиваль на ней пройдет 12 июня. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.